Сегодня мы видим первое игровое сочетание таким, каким оно видится нам уже на протяжении второго сезона подряд. Итак, Сакари Манинин, 65-й, Маркус Гранлунд, 60-й, Тему Харти, Канин, 70-й, и первый гол у нас в этом матче уже на 15-й секунде забивает Маркус Гранлунд. Классное попадание Маркуса Гранлунда. Но здесь он просто продавил клюшку Лукаса Бенсона. И тот не смог заблокировать бросок 60-го номера. Здесь изначально отмечаем, как Гранлунд пробросил шайбу мимо Мальте Стрёмволя. Ну и да, над щитком в дальний угол укладывает шайбу 60-й номер Салават Юлаева. 5-й гол в этом сезоне.